Меня зовут Чермашенцев Евгений. В Мосводоканале я работаю мастером эксплуатации сети. Работаю уже с 2009 года. Начинал карьеру с обходчика водопроводной сети. Но вот время шло, и я дорос уже до мастера. Вот мое рабочее место. Работаю я вот с этими замечательными девушками. Мой, так сказать, любимый коллектив женский. Вот, они у нас работают здесь в районе и выполняют самую ответственную работу. Ну а мы, разумеется, на линии. Моя профессия как мастер эксплуатации сети заключается, ну, именно в 7-м районе водопроводной сети. Я занимаюсь ремонтом колодцев, заменой запорно-регулирующей арматуры большого и малого диаметра, ну а также проведением работ гидравлических испытаний напорного трубопровода. Не думал вообще, что я здесь буду работать, но вот на самом деле работа интересная. И я здесь задержался и очень надеюсь, что задержусь еще подольше. Ну, у нас, так сказать, еще родовая династия, у меня здесь еще мама работает. Кстати, начинала она свою карьеру здесь же, в 7-м районе водопроводной сети. И она так интересно рассказывала про Мосводоканал, что здесь такая вот работа очень интересная, что, в принципе, здесь есть чем заняться. Ну, я пошел, на самом деле, не ошибся с выбором профессии. Значит, у меня в звене 3 человека плюс водитель, и сегодня мы производим работы по замене запорно-регулирующей арматуры на университетской площади. Мы приезжаем на место, выгораживаемся, открываем колодец. Ребята мои одевают страховочный пояс, пристегиваем его на веревку и опускаем колодец для закрытия участка сети. В водоканале, конечно, любая погода наша, и невзирая на все вот эти погодные трудности, мы все-таки делаем свою работу. Ну, все-таки мы же как бы это аварийная служба. Для нас не погода это не проблема. Ну, Мосводоканал уже, да, за время, уже за 11 лет уже стал моим вторым домом. Здесь я провожу достаточно основную часть работы, мне нравится. Ну, это мои коллеги в первую очередь. Ребята нормальные, с ними можно работать. Это самый настоящий профессионал своего дела. Свободное время у меня в основном, ну, в спортзал хожу, занимаюсь фитнесом. Ну, уже где-то год нашел себе увлечение. Ну, там, если что, там можно с девчонками, там, в рестораны, в кино, в кафе, там, куда-нибудь еще, там, на каток, на ролики, все что угодно. Главное, не одному. Хорошая работа, в принципе, тут добавить нечего, с достойной зарплатой.